Всем привет, чувачки, с вами Мелскал, и со мной сегодня Полина. Всем привет! Я Лев. И сегодня у нас Among Us, но новый режим под названием Маньяк. У нас участвуют 9 членов экипажа и один предатель. Он же маньяк. Задача членов экипажа — выполнить все задания. Задача маньяка — выловить жертву и убить ее. С самого начала мы знаем, что маньяк — это маньяк, если что. И мы, допустим, с Полиной можем ходить вместе, тогда маньяк нас не может убить. Но если, допустим, сейчас Полина вот выполняет какое-то задание, а я такой бегаю, меня может маньяк увидеть, потому что я одиночка. Он может убивать только одиночек. То есть нужно ходить всегда вместе, либо же просто по-быстрому как-то бегать и убегать куда подальше от маньяка. Надеюсь, вы все поняли. А мы поехали. Я похожа на маньяка? Какой маньяк симпатичный. Маньячка. Ты маньячка, я маньяк. Ой. А, кстати, мы играем с подписчиками, так что если ты не подписан на канал, обязательно подписывайся и ставь лайки. А я скидываю ребятам код комнаты, чтобы они зашли к нам в комнату. Они с правилами знакомы, так что сейчас будет интересненько. Я первый раз играю сейчас в этот режим, он новый. А на какой мы карте? Мы на скелде играем. Для начала мы потестим этот режим на скелде. Давайте играть. Давайте играть! Я член экипажа. Блин, шрифт поменяли. Я маньяк! Серьезно? Да! Иди в люки прыгай. В люки прыгай, в люки прыгай. Да ладно, прям сразу так. Я маньяк! Так, какие правила у нас? Смотри, если ты видишь одиночку, то можно убивать. Если, допустим, один из них выполняет задание, а второй просто тусуется рядом, чтобы как бы его не убили, ты его можешь убивать. В других случаях ты не можешь убивать. Все тусуются вместе. Я могу уже убивать, да? Вообще, да. Вот все, уже начало. Ну все, я убила. Блин, это черненький маньяк. А ты какой маньяк? Ты... Я маньячный маньяк. А, ну ладно. Нет. А я убежал. Лох, ты меня потеряла, да? Я другого убила. Ой, я видел там труп, кстати. Это ты фиолетового убила? Убила. Ой, фиолетовый бежит, кам-кам бежит. Это ты фиолетовый убила, да? Нет? Он не фиолетовый, живой. Я маньяка убила. Что? А че все поодиночке просто бегают? Я не знаю. А, это ты синего. А я правильно убиваю? Здесь, да. Блин, тут длинное задание. Нет. Кстати, если вдвоем людей, которые выполняют задание, нельзя убивать. Запомнила? Нет, такого не говорил. Такого не было в правилах. Ну, короче, если что, тех, кто выполняет задание, нельзя убивать. Только те, кто бегает. Да? Да. А ты всех возле задания убивала? Нет, он один стоял прям почти возле мусора, но я думаю, он там бы не дотянулся до мусора. Ладно. Я хочу тебя убить, можно? Нет, я задание выполняю, меня нельзя убивать. Да нет, ты не задание выполняешь, я знаю. Не, у меня вот скачивание электросистемы на мой планшет идет. Ты же все равно отойдешь оттуда рано или поздно. Не знаю, но я пока выполняю задание, как бы я другим даю выполнить задание. Так, у меня тут еще задание. Ты за меня придурка не держи. А что, ты там стоишь, что ли? Нет, я уже убежала. А, так. Да блин, я не могу кнопку нажать. Да как так? Ну ладно, я тебе даю жизнь. Жизнь ворам! Смерть мусора! Нет, Полин, не убивай меня, ты че вообще? А у меня тут задание, ты не можешь меня убивать, все. Кто тут спрятался такой черненький, чумазенький? Так страшно. Я еще жив, я надеюсь. Опа. Че там? Опа. Я почти всех убила уже. Ага, поймаю. Мне кажется, я проиграю, вы почти все выполнили. Так это ж хорошо. Прикинь, какие подписчики крутые, прям сразу все выполняют. Вот умнички. Ой. Игорь! Давай вместе тусоваться, нас не смогут убить. По идее, мы вдвоем с ним остались. А нельзя постоянно вместе тусоваться. Постоянно нельзя, но вот когда задание там у меня... Пошли, у меня там одно задание, поможешь мне. Пойдем. Что тебе надо? Что ты меня забьешь? У меня задание там. Я чувствую, ты сейчас Игора убьешь. А вы где? Вот не скажу. Так, Игорь, давай, теперь я за тобой бегаю. Да погнали. Мы почти все задание выполнили. Мне кажется, у Игоря только задание осталось. А вы где? Не найдешь. У нас тут клан какой-то, мы прям в кругу стоим. Мне кажется, это все. Ты не найдешь нас, и мы выиграем. У кого-то одно задание осталось. Игорь, надеюсь, не у тебя. А ты где, Полин? А я не скажу. Да блин, а вы где? Вы что, невидимки? Не-не, мы не невидимки. Вы не Вадимки? Не-не, мы вот с Игорем. Мы выиграли! Обидно. Все, я обиделась, я больше не буду играть. Вы спрятались, заныкались куда-то, как крысы последние. Нет, мы так-то вообще не ныкались, мы прям так на поле были. На каком? Мы, короче, были на складе и возле связи. Ты туда просто не заходила. Я там пробегала раз 10. Ну, мы там все время стояли, мы никуда не забегали, не ныкались. Я создал новую комнату, сейчас будем играть на мерочкью. Так, я вижу, что ты зашла, я скидываю ребятам код комнаты в телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Ну все, я уже точно не буду сейчас этим предателем. Слушай, ну не факт. Я одену
держусь как нормальный гражданин, смотри, такой, с усиками. Мне кажется, ты сейчас опять будешь. Начинаем. Ребята, если вы хотите, чтобы я выпустил еще новый ролик Among Us, наберите под этим роликом 80 тысяч пальцев вверх. Тогда я запишу новый ролик с новым режимом. Так что ставьте пальчики вверх. Я член экипажа, ты? Тоже член экипажа. Не повезло, сейчас так. В люке. Кто у нас предатель? Я пока делал задание. Ты мне скажешь, коричневый, кажется, да? Нет, не коричневый. Кто предатель? Красный! Ты была красной, и сейчас опять красный предатель. Я вижу. Быстрее! Че, убили, нет? Нет, меня спасли. Ну это хорошо. Живем. Тут все помогают друг другу, вы вот молодцы просто. Ну это хорошо, а я как-то сам по себе бегаю, мне кажется, меня жмыхнут где-то тут за углом. Кис-кис-кис-кис, мяу-мяу, от тебя офигеваю. Ты там с предателем заигрываешь? Да. Блин, я его, кстати, до сих пор не видел, хотя я почти все задания уже выполнил. Так, мне нужно в столовую и на балкон. О, он бежит за мной! А где? На балконе? Где вы были? Возле столовой. А, я как раз оттуда убежал. Мозг. Я сейчас пошел. О, крабик, спасибо большое, будешь это моим свидетелем. Блин, хотя я сейчас думаю так. В принципе, на заданиях можно убивать. Типа, это логично. Жертва же одна. То, что она работает, это ничего страшного. Ну да. Я умерла. Я до сих пор ни разу не увидел предателя. Мне прям непонятно почему. Он в люках потому что прыгает. А, он чисто по люкам гоняет. Блин, надо убрать длинные задания. Они меня бесят. Я сейчас опять выполню. Выполняй реактор. Я мало того, что плохо запоминаю все это, так тут еще, ну, блин, стоять очень долго. Ну, возле тебя никого вроде нет. Ну, это хорошо, со мной зефирка, поэтому нас не убьют. Я вижу труп желтого. О, он в этом, в дендрариуме, как он называется. Я не знаю, я, короче, заныкал, блин, или это плохо? Он в управлении, прыгнул в люк. Это плохо, это очень плохо. Ну, дальше я его уже не вижу. Ты выполнила все задания? Да, я все сделала. Все хорошо. Напиши еще в чат, пожалуйста, потому что кто-то по-любому не выполняет. Я зефиркой тусуюсь. Ой, я вижу голубого, который бегает, там задание выполняет. Вижу розового. А, мы живы. Убили. Откуда красный появился? Он убил его прямо при тебе. А откуда он появился? Писька Грыз пишет, делаем. А, так наш живых вообще. Просто убивай сколько хочешь. Я уже не боюсь, честно. Мы выиграем по-любому. Предатели очень сильно тупят на самом деле. Ты вот почти до финала дошла, мы вдвоем оставались. Ну да. Тут есть такая штука, сканер, типа, и ты видишь, что кто делает. Зефирка проходит юго-западный сенсор. Дед проходит юго-западный сенсор. Убили. А, ты не знала? Нет. А ты что, вопла? Я не понял. А, нет. Я лэв. Да, смотри, тут, короче, вот эти вот, видишь, вот этот сканер. Вверху сканер, то есть вот этот вот треугольник. Да. Я поняла. И там показывают. Ну, это, в принципе, не особо эффективно, потому что здесь, как бы, ну, понятно, да, что неэффективно. Вот было бы круто, если бы реально прям, типа, поэтому можно было бы спалить, кто убил там, допустим. Да. Допустим, красный бы кружочек значил, что там предатель прошел. Но это слишком имбово. Нет, можно, типа, если убили в коридоре в этом самом, посмотреть, кто за кем шел. Ну, это да. Но ты не знаешь, пока не выйдешь. Блин, а мы никогда не пользовались этой штукой. Да, типа, кто за кем шел, и понятно, кто кого убил, потому что они были в этом коридоре. Да, она просто какая-то сложная. Сложно. А последнее задание? Мы выиграли! Победа! Мне кажется, очень сложно убивать, поэтому надо сделать поменьше... Нет. Короче, надо сделать так, чтобы маньяки смогли выиграть. Ну, я сделаю поменьше длинных заданий, потому что их очень много. Так это тогда маньякам еще тяжелее выиграть. Ну, да. А я говорю наоборот. А, ну ладно. Так, я убираю тогда длинное задание и делаю коротких побольше, и все. Я скидываю следующий код комнаты. Мы сейчас уже играем на полюсе. Сейчас будет очень сложное что-то. На полюсе все будут бегать, просто тут коридоров нет. Бич-бармак пришел. Это я придумала. Начинаем, стартуем. Погнали, похало. Я член экипажа. Я тоже. Сразу же, короче, побегаем. Красный опять? Опять красный, нет? Фиолетовый. Все, я вижу, что фиолетовый. Хорошо. Делаем задание. Тут задание некоторые обновили. А, нет, это ж красный, чё. Я тоже обосрался немножко. Антон, постой со мной тут. Я тут это просканируюсь. Я уже ушел. Спасибо. Пожалуйста. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Слушай, заданий что-то не так много. Мы уже 2 кирпича выполнили. Мне жалко предателя, потому что он сейчас нас всех не перебьет. Я сейчас какой-то молния Маквин тут скажу. Кто зарепортил? Вы чё? Зачем? А она берет мужские пипки в рот. Зачем все это?
Зачем? Ладно, все, скипуем. Он просто уточнил задание, потому что, видимо, там убили с кем-то. Так, катка начинается, боже. Так, сразу разбегаемся. У меня тут два задания. Ё-моё, у меня тоже тут два задания. На самом деле, нужно прям по максимуму, максимальное количество заданий ставить, потому что вообще не успевает, я так понимаю. Следующая карта, на которой мы будем играть, это Airship. Why? Егор Шип. Он и красный тоже бегает, блин. Я боюсь красного, я не знаю почему, у меня просто инстинктивно. А какой у нас еще раз фиолетовый? Да, фиолетовый. Вот Фиола, нужно прям жестко бояться. Ой, я Фиола увидел, я пойду за ним. Блин, он бегает, ну короче, тут все как бы находятся здесь. Ну, убей меня, не знаю там. Мне там нужно задание сделать. А-а-а, так, он реально решил меня убить. Ой, он там синим убил, да? Нет. Он серьезно охотится на меня? А-а-а! Да он, короче, а что ты никого не убиваешь? Они же не по толпам ходят, даже не вдвоем. О, Роза убили. Накаркал. Ага, это бичбармак красный, хорошо. Тут где-то фиолетовый. А, вот я видел рок его. Так, я, кажется, выполняю последнее задание. Это хорошо, так. Мне тоже одно задание осталось. Набрать бутылки. Надо поставить максимальное количество заданий, потому что это нереально предателям выиграть. А все, я все сделала. А куда бежать? А я не знаю. Ну побегай, там убьет, не убьет, посмотрим. Еще, мне кажется, нужно на большие карты ставить два предателя, знаешь, чтобы прям жестко так было. А то получается один предатель, и он пока кто-то один там тусуется, он уже второго там находит. Победа! На самом деле предсказуемо, как-то слишком легко было, мне кажется. Легко было? Я ставлю двоих предателей, чтобы прям точно сейчас вот на эйршипе. Мы точно сейчас проиграем. Я поставлю одно длинное задание специально, так я скидываю тебе кутку. Да, сделай задание, поменьше задание сделай. Ага, конечно. А как иначе? Так, ты зашла, я скидываю ребятам. Телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Сани. Вроде бы все новые ребята, насколько я вижу. Поэтому стартуем. Сейчас будет жестко. Я предатель! Скорее всего, с говном. Все хорошо, я бегу сразу же нажимать на кнопку. Почему не я? Дайте мне предателя, пожалуйста. Поставьте лайки, и я стану в следующем раунде предателем. Так, я нажал на кнопку. Оранж и коричневый. Все, сейчас всех пережмыхаем, всех. Ребята, ни пуха, ни пера вам. К черту. Я знаю точно, что сейчас мы проиграем предателям, потому что это огромная карта. Правильно понимаешь. Никого не выбросили, пропуск. Где вы заспавнились? А ты где собираешься спавниться? А я вот. Ой, бежит. А голубой такой красивый. Трындец заданий. А вы где? Убежал. Вы где? У нас это погоня. Нас не догонят. А вы где тусуетесь, хотя бы скажи, пожалуйста. Ой, сори, там было два чувака, один спрятался просто, я случайно. Ты крыса, Полина. Я его не видела. А не по правилам играем. Я его не видела. Не по правилам играем. ГКЗК. 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 Голубой, зеленый, красный. И что там в конце еще было? Я забыл. ЗК. ГКЗК. Беги за шаги. ГКЗК. Запомнила? ГКЗК. ГКЗК. О! Мы выиграли! Порвали вас! Меня убили или кого-то убили на задании. Так нечестно. Так нечестно было. Надо поменьше заданий поставить. Я тебе говорила. Так, заходи, я тебе скинул код комнаты. Я ставлю сразу же поменьше заданий. Просто я ставлю только 5 коротких. Да, быстрое задание, короткие. И я скидываю ребятам код комнаты. Я вижу, что ты зашла. Так, погнали. Я буду такая, I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a shine gloss. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a... Ама бич, ама босс. Я, короче, создал новый катка. Я предатель! Я член экипажа. А я подумал, это ты. Я подумал, как там красный предатель. Так, а где двигатели ближе всего? Опа-па, опа-па, вам всем жопа. Вы даже не представляете, кому я отрежу пипиську первому. Да, блин, я не успела здесь задание. Я и кто там еще? И красный. А, бирка. Рейл похож на меня. Я подумал, это ты, потому что вы с бровями. Я подумал, ну мало ли ты. Ну, мало ли не я. Бело-красный, так я выгляжу опасно. Красное-белое. А, ну или так тоже, ну тоже. Время отрезать. Пиписки! О, тут один человек сразу же заспавнился. А че мы стоим? А че? Видимо, двигаться не можем, да? Сейчас ваш труп задвигается. Ля-ля-ля-ля-ля. Опа! Минус один! Подожди, а как душ чинить-то? На какую штуку надо направлять? А, там, короче, смотри,
там его нужно бить. На красный или на зеленый надо? Его нужно поправлять. Нет, ты берешь типа либо в одну сторону, либо в другую бьешь, поняла? И типа по центру его нужно сделать. Да. Вот, да, давай. Я тебя вижу, иди отсюда. Блин! Давай, давай, топай, топай отсюда. Ладно. О, желтый, желтый, тебе жопа! А нет, а вот и нет никакого желтого, это я был. А, вы вдвоем. Да, я нашла себе друга. Блин. Ой, а пушистая сама. Она не успела выполнить задание. Я скажу сама, мне нужна она, Жертва. Так, о, я, кстати, первый раз с этого люка выпрыгнул. А ты там с кем-то бегаешь, да? Да. Блин, прискорбно, однако. Я тут по люкам бегаю. Ща, чувак, подожди, не убегай от меня. Подожди, задание осталось. А где вы? Лобич, Мопоз, нигде. Мы там гуляем просто. Ой. Ой, привет. Привет. Я не могу ходить. Блин, он тебя чисто сейчас спасает, я из-за этого не могу убить. Блин, ладно, пойду поохочусь на других. К вам красный пристал, да? Да, он уже отстал. А, он готовить пришел, бургеры нам. Какой добрый маньяк просто. И покормит, и убьет. Я притворилась, будто тоже делала задание вместе с ними. Красный прошел мимо. Тут где-то кого-то... А, вот, это роза убили. Слушай, это очень гениально. Ты просто умничка. Я бы так же делал. Я не понимаю, где все вообще. Слышь, вы как будто только вдвоем остались. Но по идее есть еще двое. Ой, привет, хлебушек так неожиданно сам попал ко мне. Ой, иди сюда, иди сюда. Я тебе даже дам возможность умереть! Ясно, ясно. Мне кажется, блин, было очень много заданий. Нет, что, поменьше заданий сделать? Ну да. Сейчас сделаю, не проблема. Вроде бы все новые зашли, насколько я вижу. Поэтому стартуем! Поехали, поехали, поехали! Я член экипажа, ты? Тоже. Блин, не повезло, не повезло. А ты где будешь? Я сейчас иду на кнопку, я в карт срет. Ой, я тоже. Я первая! Да я уже нажимаю. Я нажал! А как ты там? Как ты там ощущился быстро? А потому что я сразу же в карцер нажал. Я сам первый. Я тоже в карцере. Ну да, но я уже нажал. Я, это ой, розовый и голубой? Розовый и голубой, да. Розовый и голубой, розовый и голубой. Все, я запомнил. Сейчас будет очень опасно. Я чувствую просто всей своей душой. Че, будем вместе бегать, да? Я в карцере. Я тоже. О, тут никого нет. Капец! Я в хранилище. А, слышишь, я вижу. Не, мне нужно, короче, в архивы. К сожалению, я бегу туда. Подожди, я тоже к тебе пойду. Подожди меня. А тебе никак. А как ты пойдешь? Ну ладно. Я поставил 4 коротких задания. Это короткое задание, вы что, прикалываетесь? Типа, знаешь, вот это архивное задание, это короткое считается. Там, где папки вот эти разносить. Там же тебе говорили какой-то лайфхак, то, что есть. Я не знаю. Я, короче, смотрю на карту, и у меня прям, я такой, капец, как много заданий. А это, оказывается, полотенце нужно собрать. Красный замер. Он, видимо, не знает, как освободиться. Я вижу розового. А, вот он. Голубой! Че, убил? Нет, я убегаю, он там стоял. О, а я тоже вижу голубого, только что-то он никого не убивает. Ой! Блин! Убили? Да. Сочувствую. Я не успела помыться. А ты видела, что здесь есть пунш? Типа тут сделали какой-то лимонад, тут есть, тут стаканчики такие. Журнал с оружием. Капец. Короче, это находится в лазарете. Там есть прям такое, типа, прикольно. Прям такие ссылочки маленькие. Да, там с автоматами что-то связано. В лазарете? Проиграли. Я выжил. Ребята, чего вы так быстро умираете? Может, одного предателя сделать? Давай попробуем. Заданий не так много в целом. Ну и предатели очень быстро убивают. Тогда задание нужно больше сделать. Проверим, потому что заданий как будто очень много было. Там нет, всю карту. Там всю карту нужно оббегать. Но я попробую. Прикинь, в два раза больше, если предатель, то в два раза больше шанс. Значит, нам нужно сделать в два раза больше этих заданий. Ну, один предатель. Ну хорошо, но я сделал быстрых заданий 5, сейчас проверим. Потому что карта огромная, задания всегда в разных уголках, и нужно бежать. Я, допустим, доделал вот как раз, когда я проиграл. Я доделал все задания. А там все равно там кирпичей еще куча нужно было сделать. Так, я скинул ребят. Там код комнаты. Сейчас будем проверять. Это капец. А почему 2 милса? Почему у нас 2 милса? Мне кажется, это кто-то зашел, короче, ник так специально поменял, типа второй раз зашел. А что если сэр английское просто? Возможно. Я предлагаю стартовать. Пыхл. Я член экипажа. Я тоже. Так, сразу же в карцер, и я бегу. Я не могу в карцер. Капец, у меня задание! Подожди, Антон, я сейчас сфоткаю тебя пришлю. Это полотенце было, да? Там где полотенце? Офигеть! Страшно. Смотри, ты просто сейчас обосрешься. Да, это, короче, вот у меня такая же штука. Я такой, типа, смотрю. Так, черный предатель, черный. И там еще по карте разбросаны. Да, так я вот тоже из-за этого. Я такой, типа, ё-моё. Потом догнал, что это полотенце. А, рил? Это да. Полотенце? Да, это полотенце собирать. Знаешь, типа, пройтись и просто юз нажимать. Так, куда? Двигатели, Я в грузовой. Где? Я тоже в грузовой, все. Так, мне убили.
пошутили. Нужно вот в душевую идти. Пойдем в душевую, наверное. Точно в душевую? Постой рядом, пока я архив выполню. Мне тут немного. Но меня убьют. Не-не, если ты будешь вместе тусоваться, то окей. Так, черный. Слушай, мне интересно, задание вообще вот только сейчас начали выполнять. Я вижу, ты там полотенце собираешь, да? Ну, типа. Есть, я выполнил задание. Вот она. Уборка в Among Us. Уборщица. Я тоже прикидываю, что я выполняю задание, чтобы меня не убили, если приду. Да, это гениально просто. Ну, не зря же тут есть такое правило, то, что как бы нельзя убивать, если задание мы делаем. Да, так, мне нужно идти в электросистему. Давай, мне тоже, у меня там задание, знаешь, что это 1, 2, 3 нажать. Слушай, интересно, у меня другое задание. Интересно, трупы есть уже? Три человека убили, один вышел только что. Real? Да. Так, я иду в двигатели, потом в арсенал, потом в хранилище. Я на кухню, слышишь? Черт. А так, я бургер готовлю. Бургер. Надо было вместе бегать. Но ты убежала куда-то, типа у тебя совсем другое задание было. Блин. Но он меня убил прям вместе, кто там красный побежал еще, и мы такие и столкнулись, и все. Это нереально. Со мной розовый, не убегай, пожалуйста, розовый, побудь рядом. Там еще кто-то бегает. Я черного вижу, нет. Блин, у меня сейчас Wi-Fi. Я видел черного, он находится в двигателе, да? Не знаю. Говори мне, где он находится, пожалуйста. Я делаю задание. Вот ты от меня ушел, все, теперь сам предал меня, оставил на растерзание. У меня еще два задания. Два. Я понимаю, что призраки его все выполняют. Я вижу красного. Красный, живи, пожалуйста, мы вдвоем должны выжить. Ну, я все сделала, если что. Хорошо, а у меня последнее задание, и оно находится там, где вот... Блин, очень далеко бежать. Я никого не вижу, кроме фиолетового, который стоит на месте возле туалета. Обосрался, что ли? А, не, он, короче, типа, он там запрятался, но тебе показывают, что он до сих пор там находится. Я, кстати, тоже в туалет к фиолетовому пойду. Милс, нет, братан! Нет! Все, я подумал, меня не убьет рядом с фиолетом. Нет! Не, ну он, конечно, катапульта. Пушка. Ладно, ребят, на этом все. Спасибо большое, что смотрели этот ролик. А с вами был Милс Кэл и Вэл. Лев. Всем пока! Всем удачи и всем пока. Пока.